Gue di sushi sendiri. Ya, mau kenal sih. Ini bisa nggak kan? Ini selalu kan. А он и так, и так хуёвый. Хуёво работает. Его уже настраивают сегодня, попробовали. Все породы, все не справляются. Нет, все, опустите много его. Да, написали, это ровно столько, сколько уже собрано. Да блять! Да, поставьте! Он тут за столько, сколько собрал? А так постоянно. Каждую смену. Почти каждую смену с малоедущим огнем идет. О, бля. Что ты делаешь, лето? Один? Прямом. Это один палец. Это один палец. А евро? 12 палец евро. Так. Евро 12 на сколько? 820. 20. 720. Поняла. А Америки? Один палец на 912. Я есть 912. Thank you.
Сперва много, потом чуть маловато. Это вот одна, да? Молодина? По-моему, да. По-моему, первая была. По какому? Ну я этот. Мне Юра помогал по емкам. В прошлую смену у меня получается было так, что слишком много свечи было. Просто смену. Тогда перерасход. Я не знаю, как вы делаете, вот здесь вот у вас нормально идет, да? Потом ну, я могу вообще не менять их, говорите где кто хотите. Перерасход, перерасход. Просто перерасход, я не знаю, что делать. Я вот начал смену, говорил в прошлой смене. Вот, то, что то надо убавить, все, я убавлял. Говорил, это вообще какое кайф. Вот начальника смены мы искали расход. Расход. Что... Вы это кому-нибудь говорите, что вы убавляете, или это просто от балды у вас идет? Вот вы то, что начальником смены. Они никому вот это не говорят. Мы вообще первый раз это. Я вот с начальником смены искал этот. Вот у меня 425 было. Вот начальника смены говорил, что искать. 425 на 15 это уже плохо, 10 даже это уже критично. Надо, чтобы вообще ровно было. На конусе, допустим, у нас плюс-минус 2 даже только, 2 грамма. Там аппарат новее. Ну, у вас тут 10 грамм. Ну, понятное дело. Короче, я не знаю, что у вас происходит. Я вот тоже не знаю, у нас мы постоянно, чтобы в норму ходить, мы ищем. Допустим, у вас еще такое бывает, на одних тех настройках у вас разные срезы. Это пространство, да. А я Артему передам, чтобы она сегодня... Пусть ты, допустим, 30-10, потом посмотрите средства через 2 часа, вот так. Ну я говорю, я сегодня Артему передам, чтобы она через 2 часа делал каждый. Короче, больше так сильно не меняйте, то что это вообще... 30-10, 32-12, все так. Ну, а вот так же-то, у вас вообще... Ну, в следующий раз я тогда буду говорить, что нам... Вы нам запрещаете меньше 30, положено, это, меньше 30 до 10 снимать. Тогда я буду говорить, что вам честно не соблюдать настрой. Ну, я говорю, вы все вы на нас все вешаете. Я сейчас вообще возьму, сделайте, и идите все нахуй. Ну, блядь. Да идите вы все нахуй, короче. Дал я в рот. Оставляю все. Нахуй. Трогаешь, блядь. Хуёво отменяешь, блядь, сука, хуёво, блядь. У всех все у вас, блядь, сука, хуёво, блядь. Заебались, сука. Ну вот, блядь, когда там, сука, какая-то куча смены, блядь, а? Блядь. Да, блядь, заеб... Ну, видите, нельзя делать меньше 20, когда прошлой ночью Дима не сам это, лично с Димой меньше по срокам делать, чтобы в норму войти. Видите, она будет говорить, что мы не соблюдаем, получается... Это что... Где, что ли? Нет, вот здесь вот. А что надо сделать? Смотри. У нас получается, у меня вот прошлой ночью по стеклу... Стеклу так, или где? А, нет, поэтому. Поэтому обмочку, вот, 420 было, получается. Вот, при таких настройках.
А сейчас поменьше сделали, уже. Ты меньше сделал, что ли? Да, я вот меньше по настройкам делал. Потом вот где? Ну делал в прошлой ночь. То, что у тебя расход увеличивается, да. Или да, что? Да, она-то выше. Чем недовольна? Тем, что нельзя делать меньше этих настроек. Меньше 30 и меньше 10 делать. Тогда, я вот определим, вот это как раз определим было. Я делаю все как должно быть, ебать. Да, блядь, я уже, сука, потом доделал. Я хочу от бумаги писать. Допускайте все, уже будут уже начать говорить. Да, у меня еще буду. Технологии запрещают, идите, разбирайтесь. Это уже вот реально. Играть фотографируют, блядь. Пускай тогда лучше не дорастут, или пускай сами решают, ё-моё. Что им важно, то я вот уже выставил 30-10 им. Пускай сами начать смены и технологии сами пускай с тобой разбираются. Что ты слово? Вот, уже я вижу, было 27-10. Пускай сами как-то разбираются. Мы по настройкам ближе, вот, максимум. На 2 секунды, 30-10, 32-12. Это зависит от предел. По идее, которым мы стараемся особо не выходить. Ты правильно, вот там уже это. Вы не знаете, кто услышит, то ли технолога слышит, то ли начальника слышит. Из тех пиздюлей получаешь. Да, короче, вы будете разбирать сами с технологией. Ну и заебались все уже. Все правые, все умные, нахуй писать никого. Вот специально не хотел с ними сегодня общаться, видите, потому что я узнал, что какая-то хуйня будет. И я чего с ними меньше, ну, блядь, диалоги. Доброе утро. Что у Андрея у тебя тут было? Когда именно? Ночью, когда именно. А, ночью. Ну просто чтобы знать, за какой момент просто отчитываться. Да. У меня в начале смены получается так, что небольшой завал был. А потом, получилось так, что у Артема небольшой завал просто там был. Я немного установил, чтобы немного раскидаться. А ночью до обеда один раз у меня. Палец дальше позиции уходил. Я просто обмотчик, общий сброс сделал обмотчику, чтобы в порядок привести его. А все остальное чисто по завалам только, и все. То, что у меня по завалам, все было. А что, ты один раз только делал здесь? Я вот только и евро. Так, евро не успел делать, потому что я старался, да, потому что я почему я сидел за этим, да. Вот это. Что? По аппликаторам? Да, по аппликаторам, потому что вот сейчас уже настраивали. Сейчас аппликаторы вроде настраивали, но настраивают сейчас. Так, это я. А есть транспортер, блядь, в этикетках, блядь. Что, не работает или что, блядь? Аппликатор работает так, что клеит через... Без замечания нахуй в этом. Пишите нахуй замечания по аппликатору. Чего не пишите так? Хорошо, сейчас запишу. Стрей шрется? Да, стрей шрется. Тоже. Постоянно? Так. Или в начале рулона? Оно постоянно рвется, я тут не знаю, что. Может здесь что-то, а может надо этот механизм смотреть. Тут надо тоже разбираться. Я в старом цехе тут на политайзере. Тут я уже не знаю на что именно грешить. Тут надо механизм хотя бы посмотреть. Скорее всего, может механизм уже перебрать надо будет. Пишите все. Эти все замечания. Все сейчас запрошу. Сколько взяли? Так, у меня там это, сейчас я гляну. Ты магниты все забрал? Нет. Минуту.
А, 19 палет осталось. 19 палет магнитов. Он же забрал с Питера, когда мы с работы.